Спускаемся ниже. 50 метров. Уровень кислорода в порядке. Скаркроу, запускайте отсчет. Сюда. Место катастрофы в 5 километрах. Держись подальше от открытой воды. Мы здесь не одни. Используют сонар. Спокойно. Плыви медленно и осматривай дно. Водоросли должны нас маскировать. Погоди. Патрульные катера. Похоже, у нас тут гости. Пусть разделятся. Ладно, двигаемся, только незаметно. На позиции. Помни, пули под водой не так эффективны. Нужно 2 или 3, чтобы вырубить с гарантией. Огонь по усмотрению. Они пришли за нами, уничтожите их. Появился противник. Помни, пули под водой не так эффективны. Нужно 2 или 3. Они пришли за нами. Уничтожите их. Появился противник. Только незаметно. На позиции. Помни, пули под водой не так эффективны. Нужно 2 или 3, чтобы вырубить с гарантией. Огонь по усмотрению. Отлично. Поплывем через обломки. Они нас прикроют. Старайся не всплывать слишком высоко. Нам больше не нужно лишнее внимание. Не всплывай. Не всплывай. Спасательная подлодка. Это плохой знак. Они пришли за нами. Уничтожите их. Выдвигайтесь.
6-2 на связи. Мы в точке сбора Браво. Визуального контакта с целью нет. Цель сейчас движется. Парни, вам нужно действовать в 2 раза быстрее, не то опоздаете. Вижу врага. Кажется, они нашли то, что искали. Нужно найти подходящее место и зайти с фланга. Огонь по усмотрению. Кажется, они знали, что мы здесь. Скаргроу, мы
Они бросают глубинные бомбы! Нужно укрыться в том корабле! Сюда! Вперед! Вперед! Противник отсутствует. Вот черт. Тише, если мы их видим, это хорошо. Будем надеяться, что они уже наелись. Погоди. Не нравится мне это. Придется по одному. Поплыву первым. Останешься, прикроешь меня. Ладно, всплывай. Помним, двигаемся медленно и держи дистанцию. Твою ж, Логан! Попытайся предугадать их движение. К точке сбора эхо. Можете приступать ко второй фазе. Точно 6-2. Рад услышать. Я понял. Птички расправляют крылья и готовятся взлететь. Мы можем приступать ко второй фазе. Вас понял. 6-2, двой.